Витебской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Белявский. Я с удовольствием приглашаю на сцену дирижера Евгения Половинского. Пожалуйста.
Конечно, мы ее ценим, храним, она у нас единственная. Флейты дорогие, красивые, посмотрите, они сами красавицы и прекрасно играют. Группа виолончели, встаньте, пожалуйста. Их мало, но они в тельняшках. Группа альтов, встаньте, пожалуйста. Они тоже в тельняшках, не так уж и много. Прекрасные вторые скрипки, встаньте, пожалуйста. Вот скажу два слова. Они у меня спросили перед концертом, какие платья одеваем. Сказал, давайте весенние, как-то хочется настроения. Но не у всех нашлись весенние, но у тех, у кого нашлись, низкий поклон и аплодисменты. И концертмейстер Анна Гретова. Симфонический оркестр. И главный дирижер Владимир Белявский. Дирижер Евгений Половицкий.